Ладно, ребята. Я даю вам слово черной бороды. Вы спрашиваете меня, сможет ли новый капитан дать вам веселую жизнь разбойников, славу и приключения. Конечно. Среди всех джентльменов удачи, плавающих в водах в Вест-Индии, он слывет одним из самых умнейших. Было время, когда я сам считал себя смертельной грозой этих морей. Но этот человек — бесстрашный пес, сеющий проблемы и разрушения. Я видел, как он, подобно урагану, зачистил борт испанского галеона. Дерется, как дьявол, одетый, как безумец. И вдобавок, он знает каждую скалу и расщелину вот на этих островах. Поэтому, если вы ищете приключений и славы, капитан Эдвард Кенуэй — тот, о ком можно только мечтать. Только не стоит совать нос в его дела, ибо в этом человеке такие тайны, что даже я не осмеливаюсь их узнать. Озвучено сайтом gamebomb.ru. Вся полная информация и последние новости.